Привет всем, как всегда, с вами Вячеслав, компания Adagdesco Pro, и сегодня у нас на обзоре чучела красноголового нырка и длинноклювого нырка. Комплектация идет две самочки, одна красноголового нырка, одна длинноклювого нырка. Вот так выглядит длинноклювый нырок, самочка. Чучела увеличенной серии с пеной внутри. Есть комплектация без пены. У нас комплектация с пеной внутри, очень плотная. Ложим самочку длинноклювого, красноголового самочка. Очень хорошо будет видно эти чучела на большой воде, сдалека. Поза одна, спящая, очень компактная для того, чтобы вы транспортировали. И в принципе, очень часто они смотрятся так на воде, спящими. Красноголовый нырок. Так вот выглядит. Киль классический, две дырочки для оснастки. Здесь можно, если меньше надо, подстраховаться. Очень красивые чучела. Помогут, разбавят вашу стаю. И длинноклювый нырок. Так выглядит. Чуть-чуть светлее. Немножко. Поможет увидеть вашу стаю. Вот это белое мне очень нравится. Вот такой вот обзорчик. Кому нужно, обращайтесь. Всем ни пуха ни пера. Счастливо, удачи.